А сейчас главные темы дня. Сегодня столица региона отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это священная дата для каждого белгородца. День, когда мы отдаем дань памяти воинам, отстоявшим мирное небо. К вечному огню на Соборной площади и стеле «Город воинской славы» сегодня несут цветы. В церемонии возложения принял участие губернатор Вячеслав Гладков.